ты идешь на курсы, то есть какой-то человек, который тебя направляет и дает тебе задание, объясняет, ты, в принципе, видишь план, понимаешь свои цели и чувствуешь себя гораздо спокойнее, защищенно знакомишься с ребятами, с которыми, может быть, будешь учиться. Мне очень помогли курсы по истории искусств, потому что материал был дан очень структурированным, мы готовились как раз по тем вопросам, которые потом были на экзамене в билетах. У нас была возможность познакомиться с преподавателями, которые затем будут нас вести лекции, и это было очень интересно. Я всем рекомендую записаться на эти курсы. Те знания, которые мне дали на подготовительных курсах, помогли мне не только при сдаче экзамена, но также они составили базу для первого курса. Помимо того, что эти курсы, конечно, позволили мне поступить, помогли, мы разбирали билеты, самое ценное, мне кажется, это то, что ты можешь познакомиться с преподавателями, которые потом будут у тебя вести пары, которые потом ты увидишь на кафедре, и это дает тебе возможность влиться в учебу еще до того, как ты поступил. Дают источники, дают ссылки, бонусы, а также дают программу, которую будете изучать. Да, во время курса, в процессе, я понял, что это действительно то, что мне нужно, это специальность, которая меня не просто привлекает, а которая заставляет, как бы мотивирует меня развиваться дальше в этом направлении. Таланты живут в нас, просто их надо раскрыть. И именно благодаря курсам, да? В первую очередь, я думаю, в первую очередь. Школа закрепощает людей, курсы раскрепощают. Желаю им терпения, потому что любой путь, да, он по определению должен быть сложным. Чем сложнее, да, тем лучше. Вот. Терпение. А, удачи, потому что без нее никуда, действительно, успех, ну и здоровье, наверное, почему бы и нет.